находимся на этаже прилета в аэропорту Бен-Гурион. Слева вы видите стойку информации. Чуть левее есть терминал. Вот сейчас в левой части экрана терминалы, которые поставило Министерство транспорта для того, чтобы знать стоимость вашей поездки. И в правой части экрана видите эту очередь. Это в обменник. Те люди, которые меняют валюту по самому невыгодному курсу в Израиле. Так что имейте в виду.